Первая часть. Марш мирзачульских комсомольцев. Вторая часть. Цвети, мерзачуль.
друзья, от души я пою Родину цветущую, любимую. Третья часть – это моя родина. Счастье больше, нет на свете большей чести, чем быть вольным, гордым сыном необъятной родины моей. Не найти земли прекрасней, не найти земли счастливее. Люди все друг другу братья, здесь для всех сияет солнце, все здесь озаряет дружбы и свет. Мир за чуль песка песчинка на земле не обозрима. Четвертая часть – песня сборщиков хлопка. Не, 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 не
Пятая часть. Свадьба в Мирзачуле. Как в саду благал, пан моя рай, ты цветешь, затмив своей красой тюльпаны, я рай, ты нежней тюльпана, я рай. Как невеста сырь дарья наряд надела, я рай. Берега ее украсил хлопок белый, я рай, я рай, я рай. Шестая часть. Слава. Thank you.
мы передавали вокально-симфоническую сюиту Сулеймана Юдакова «Мирзачуль». Слова Гафура Гуляма. Исполнители: хор Всесоюзного радио и телевидения, художественный руководитель хора Ананья Андрусенко, хормейстеры, заслуженный артист РСФСР Константин Сахаров и Николай Садиков. Солисты, артисты Всесоюзного радио и телевидения, лауреат международного конкурса Людмила Симонова, Юрий Ельников и заслуженный артист РСФСР Борис Добрин. Московский государственный симфонический оркестр, дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народная артистка РСФСР Вероника Дударова.